Утро, Карачаево-Черкесии, приветствуют вас. Сегодня 17 июня. Синоптики обещают в отдельных районах сильный дождь, в Черкесске кратковременный. О погоде мы расскажем чуть позже, а сейчас об основных событиях. Сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Карачаево-Черкесской республике в рамках благотворительной акции «Твори добро» навестили воспитанников специализированного дома ребенка города Черкесска. Правоохранители пообщались с воспитателями, узнали, как организован быт малышей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Подполковник полиции Виктория Духина поблагодарила трудовой коллектив за заботу, любовь и внимание к детям. Ваш труд сложно переоценить, ведь именно вы прививаете детям самые важные в жизни правила. Нелегко справиться со всеми, но вам это прекрасно удается. Благодарим вас за терпеливое и ласковое отношение к малышам. Фонд Государственной национальной библиотеки имени Халимат Байрамуковой пополнен книгой депутата парламента, председателя комитета по национальной политике, известного спортсмена Науруза Тимрезова. Он передал в республиканскую библиотеку 40 экземпляров своей книги «Наука воспитывать чемпионов». Книга также будет передана в муниципальные, городские и районные библиотеки республики. Директор Салых Хабчаев отметил, что полумиллионный библиотечный фонд сегодня стал намного богаче, потому что наиболее ценные и редкие – это издания и работы местных авторов. Заместитель министра по делам национальности Ислам Хубиев сказал, что автор книги начисто разрушает стереотип о том, что профессиональные спортсмены не могут быть творческими, людьми. Науруз Тимрезов поблагодарил сотрудников библиотеки за их труд и выразил надежду, что книга будет интересна всем читателям. Поддержит нас, то... Далее прогноз погоды, а в 9 часов смотрите «Вести» на ногайском языке. Удачного всем дня и до встречи в эфире. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, в отдельных районах сильный ливень в сочетании с грозой, градом и шквалом до 25 метров в секунду. Ветер западный 6-11, температура ночью 15-20, в горах до плюс 13, днем 22-27 градусов тепла и местами до плюс 18. В Черкесске кратковременный дождь и гроза, ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 17-19, днем 25-27 градусов тепла.